Всем большой привет! В Магните на западном рынке. Ну, уже на рынок практически не хожу. Беру в основном там собаки кости. И еще взяла мандарины по 120 и хурма по 100 рублей. А сейчас иду уже в сам Магнит за продуктами. Как еженедельные покупки такие. Так что сейчас немножко поснимаю. Видите, у нас здесь очень удобная парковка. Много свободных мест. И дальше немножко проедешь. Там Лента, Леруа Мерлен. Приезжаю утром. Сразу с утра, там в 9 часов. Все покупки сделала. Уже и движение такое не очень активная. Все уже на работу уехали. Вот. Погодка у нас опять прекрасная. Опять у нас 12 тепла. Ветра нету. Так что можно в такую погоду свободно часами гулять. Ну все, пошла в магазинчик. Так вам поснимала немножко. Вот этот большой Магнит семейный, где чаще всего все закупаю. Мы, как всегда, начинаем с овощей и фруктов. Капуста идет по 25 рублей, морковка 22 рубля. Так, лучок, лук 31 и картофель по 20 рублей. Бананы 99. Апельсины 139, мандарины 149, хурма идет 129. Вот где-то на рынке дешевле, где-то в Магните дешевле. Так, ну и уже резиновые помидоры 169, а гладкие огурцы 139. Яблочки 62, самые дешевые, а так цена 109-119. Так, и пекинская капуста 79 рублей. В общем-то все. Сейчас капусточку возьмем. Груша 189. Идем дальше. Так, сметана идет 64, 74, 87. Ну, это, наверное, везде в регионах я беру вот эту 75 агрокомплекс. Либо 20%, либо 15%. Так, дальше. Так, сыры. Это в другом месте я сыр беру. Колбасу не берем, но в основном люди берут по акции, идут вот такие колбаски. Салаты делаем сами. Вот. И молоко в цене держится 63 рубля. Майонез тоже такая же цена, 79 самая дешевая, а так в среднем 124 рубля. И кефир идет 61, 57, 74, в зависимости от производителя. Мяса сегодня не было. Я взяла только говядину для супа по 480, а свининки нормальной не было. Вот еще, кстати, что я беру в Магните. Спаржу. Все любят у нас спаржу. Она стоит 219 пакет. И мы всегда на праздники готовим спаржу. Масло вот, оливковое разное. Тут скидочки есть на некоторое масло. Ну, а подсолнечное масло самое дешевое, это удачная цена 89 рублей. И в основном берут все
Золотая семечка 109 рублей. Теперь надо что-то на Новый год покупать, ездить смотреть подарочки небольшие, сувенирчики, кружечки, носочки, что-то с новогодней тематикой. В общем, еще этим я не занималась. Может быть, что-то в отделе косметики, какие-то крема, не знаю еще, честно говоря. Вот наборы продаются из кухонных полотенцев. Надо в фикс-прайсе еще посмотреть, что там продается. Шампуни. В общем-то, шампунь тоже хороший подарок. По-любому он нужен. В общем, надо закупаться. Ну и масло сливочное пока также цена держится. В основном смотрим, где какие скидки, и берем. Вот сегодня только Милк можно взять, 149 рублей. И цены. Ну и как же без новогодних подарков, самый дешевый 179 ММДНС. Вот эти подарочки, конфеты с игрушками 799. И внизу тоже 799. Много конфет. Есть подарок в виде машинки 549. Ну, в общем-то, и все. То есть выбор такой. Киндеры. Может, в другом месте еще где-нибудь есть. Вот так. Доехала я сейчас в магазин Светофора, Карачка, идут по 189. А свиные тут кусочки по 355, не сказать, что дешево. По 349 свиная шея брала, ну, несколько раз перемороженная как-то. Так вообще для запекания хорошо. А помидоры черри 169, черрики хорошие. Медальоны из индейки. Здравствуйте. Крыло курицы 181 и горбуша 219. Горбуша такая кровяная, может даже с икрой быть. Так, вот это невкусные сардины брала. Ну, там было вкусное, все зависит от того, насколько она перемороженная или нет. Скумбрия 149. Ну и куча всяких колбас, которых я не беру. Вот всякие косточки, крылышки я, наверное, возьму обязательно. Что? Вот в Светофор тоже можно что-то полезное купить. Вообще Светофор весь завален продуктами. Просто нужно знать, что покупать. Посмотрите, практически до потолка все завалено, аж прохода нет. Так что сейчас походим, посмотрим. 6 декабря. И вот мой урожай в теплице. Вовсю укропчик свеженький растет. И вот сорвала редиску. Ночи стали холодными. Не знаю, дальше будет она расти или нет. Ну вот, получается, до декабря месяца в теплице все есть. Укроп точно будет еще до Нового года. Укропа много. Он там не мерзнет, все нормально. Так что на Кубани зимой тоже есть огород. А теперь я хочу показать, какие ворота сделал муж. Вот, получается, он сам сварил. И после того, как покрасил, можно уже снять. Вот такая конструкция. Так, они под 90 градусов выезжают.
Можно еще раз повторить, как они назад едут? И потом вот так едут назад. Так что вот теперь у нас есть в гараже ворота. Молодец! Ой, какое небо сегодня! Холодно, где-то около 0 градусов, может плюс 1 максимум. Зато солнышко. Что? Будем дальше работать? Я зашел с утра, прям тепло здесь, я же обалдел. Получается, сейчас не продувается, даже теплее, чем на улице. Да. Вот так вот. Дожди закончились. И уже в бане 20 градусов можно жить. Вот. Тучки такие. Красивые. Кот у меня всегда разбирает все пакеты, ждет, потому что я ему постоянно покупаю куриную печень. Поэтому, если видит, что я приехала с большими пакетами, значит, что-то для Кеши обязательно я купила. Ну все, приехала я домой. Сейчас буду разбирать пакеты. Значит, что еще я не показала? Это грейпфрут по 154 рубля купила. И апельсины по 146 рублей. Ну, так, в общем-то, заехала вот в светофор. Взяла там крылышки, рыбу. Смотрим, бывает рыба нормальная, бывает ненормальная. Посмотрим, как там вот это. Все зависит. Ну вот только привезли, поэтому и взяла. Ну, на сегодня все. Спасибо, что вы меня смотрите. Подписывайтесь на канал. Большое, огромное спасибо вам за комментарии. Я вас очень люблю. Особенно, которые мои постоянные подписчики пишут мне. Огромное вам спасибо. До новых встреч. Всем пока.